Шведские военные нашли на дне Балтийского моря советскую подводную лодку С-6. Среди членов ее экипажа был и саратовец. По мнению экспертов, лодка в 1941 году подорвалась на немецкой мине и затонула вместе с экипажем. Поиски субмарины вели много лет и российские, и шведские подводники. Из 46 моряков не выжил никто. Среди без вести пропавших саратовец Яков Потапов, уроженец села Китунькино Лопатинского района. Тогда район входил в Саратовскую губернию. Моряк работал на подводной лодке «Коком». В данный момент ведутся поиски родственников погибших членов экипажа. В первую очередь мы начинаем поиск родных и близких погибших подводников, потому что мне кажется, что это все-таки, наверное, самое главное, чтобы люди спустя десятилетия узнали о том, как погибли их близкие, где они погибли и могли бы отдать дань памяти.